Ребята, которые занимаются в классе будущих полицейских центра дополнительного образования «Романтик», пришли на экскурсию в музей межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Заниматься начали в сентябре. Класс будущих полицейских закончат через 2 года. Прошел первый месяц учебы, и для них устроили первую экскурсию в музей, где собраны экспонаты, рассказывающие об истории и славном пути щелковской полиции. Музей этот самый молодой среди всех других в Щелкове. Он начал работать в мае прошлого года. Его открытие было приурочено к 9 мая, празднику Победы. Но экспонаты, как это и бывает в музейном деле, собирали и изготавливали на протяжении нескольких лет. Экскурсия, которую провели для ребят сотрудники полиции, продолжалась не больше часа. Однако впечатление от увиденного, безусловно, останется у старшеклассников надолго. Ребята получили зримое подтверждение тому, во что они и так верят. Профессия, которую они хотят получить, очень непростая. Анна Мартиросян хочет стать оперативным сотрудником полиции, а Дмитрий Рожков – следователем. Для меня тут были очень красивые экспозиции, много познал для себя. И, конечно же, в дальнейшем пойду работать в органы внутренних дел. Экскурсию в музее ведут сами полицейские. Школьникам рассказали, какие экспонаты им надо рассмотреть особенно внимательно. Для меня в этой экспозиции занимает форма сотрудников НКВД. Она представлена, да, в углах вот данной нашей экспозиции. Но она наибольший интерес у детей особенно вызывает. Ну, конечно же, и у взрослых. Вот я сама мама, поэтому понимаю, что нравится детям, и хотелось вот детально воспроизвести в этой экспозиции эту форму. Инициаторами создания музея выступили ветераны, члены Щелковской организации бывших сотрудников правоохранительных органов. Сделали документальный фильм о сотрудниках милиции, участниках Великой Отечественной войны. Мы сделали книгу памяти. Это тоже очень большая работа. Мы встречались с семьями сотрудников, которые уже, в общем-то, их и нет в живых, да, но сохранились родственники, и кое-какую информацию мы поимели. То есть вот именно эта информация, она собиралась по крупицам, и она вылилась вот именно вот в документальный фильм, в книгу памяти, в памятник. Это же очень хорошо. Андрей Цеходович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.